собрали с Мишей, с Машей и с мамой. И приступаем сейчас к сборке второго стеллажа. Собакой, с козочками своими. У нас ветрище. Козочки у своего любимого дерева. Это сирень у нас. Лада меня сейчас будет катать на велосипеде. Козы. Что ж, поехали. Меня Лада везет на велосипеде. Козы бросаются под колеса. Везет собака меня в гору. Сейчас спереди сниму, что происходит. Вот так это выглядит. Надо, пойдем! Давай! Они мне замотали поводок. Давай. Как ты меня катаешь? Можно мне сюда ножки положить. Остановка. Кушайте. У нас даже не прогулка, а пробежка. Мы уже едем обратно. Бедная козочка закашлялась. Аннабель, догоняй. Лада, давай, я сейчас встану. Боже. Слать собака. Ну ладно, не обращает на нее внимания. Молодец. Нельзя. Идем. Но ноль агрессии. В завершении нашей прогулки Лада сейчас попьет. А козы сейчас доедят. У нас тут по полисаднику гуляют.
Нет. Там вон дверь чай открыта, наверное, вон. Через дверь. Да, да, сюда. Давай, слетай. Ну. Аккуратней, аккуратничает. Давай, Лада, кати меня. Стой, Лада. Стой, Лада. Зачем за нами вы бежите, а, козы? Вот и добрались мы до поля. Мам. Что, Миш? Мам, снимай. Так, я вот так делаю. Молодец. Так я даю здесь сделаю, да? Да. Миша на большом велосипеде. Дети, заходим, заходим, эй, чё ты? Заблудился, что ли? Нигде не приткнётся, смотри. Мне нравится. Вот так вот. А я Ладу почесал. Что, Лада? Я Ладу до единого конца почесал. Почесал. Молодец. Не так понравилось, что она за одной ходит. Ну давай. Вот, видите? А, рядки. Вот курочки. Да. Рядки. У них там место. Ребят. Вот и кошечки. Вы, если вы даже живете в деревне или в Сызине, или в Тольятти, или в тайге, или в лесу, то можете приехать к нам. Сколько времени? Что? Время? 18:40. Мам, засними меня. Зрители, и у меня на канале «Фермский дневник сельская жизнь». И у меня сегодня ночная прогулка на улице в сарае. И сегодня вот курочки там сидят. И козочки, волчок, вот площадки там. И вот. Вот кучки сидят. Там у нас вон кучки еще.
живем. Мы хорошо живем. И вот. И вот у нас старые кучки. Здесь яйца. Здесь яички. Здесь нет, нет. Вот у нас куча. И там драконухи. Что там? Вот, смотри, что дед сделал еще нам. Ну да, вот, я видел. Чего? Я видел. Открывашка. Вот мы дособирали кафе, у меня кран спускается. Я его сюда поворачиваю, прикрепляю. И, ну вот, мой кран.